Чего вы встали? Давайте нормально. Движение поездов остановилось в районе 10 часов утра 17 августа. По причине возникновения аварийной ситуации контактной сети на перегоне Дагомыс-Сочи пассажирам, следующим в сторону Сочи или Туапсе, пришлось задержаться на станциях железнодорожных вокзалов. Быстро устранить технические неполадки и восстановить подачу напряжения специалистам не удалось, поэтому многим гостям курорта пришлось провести эту ночь на станции. Пробыть больше 12 часов на вокзале в Лао и ночевать на лежаках пришлось и этой группе детей из Перми. Они отдыхали в Сочи вместе с педагогом. Воспитатель постаралась сделать все возможное, чтобы дети не были на солнце, устроила их в тени и закупила воды. У нас отсюда станция назначения. Нам ничего не объясняли, в том-то все и дело. Может быть, если бы нам сказали, что вот такая ситуация, ребят, 12 часов не будет, я бы нашла место, куда детей увезти. Но нам просто ничего не говорили. Сгладить ситуацию удалось благодаря оперативному подключению к ЧП городской администрации. Всем пассажирам была организована подача воды и питания, а также выделено более 50 комфортных автобусов для доставки людей из Сочи в Лао и в обратном направлении. Вчера целый день объявляли, с 10 утра, по техническим причинам, поезда остановлены, электрички остановлены. Если электричка приезжала из Туапсе до Лао, то объявляют тут же, что стоят автобусы пустые для дальнейшей перевозки бесплатной пассажиров в Сочи. Услуги есть, вода, кипяток, значит, заваривают лапшу, там суп дают, но мы сидим не так давно, но у нас уже задержка 2 часа идет. Помимо того, что сотрудники администрации лично следили за тем, чтобы каждый из пассажиров мог добраться до нужного направления бесплатно и на комфортных автобусах, мэрией была организована и работа на дорогах. Были выставлены соответствующие посты и дружинников, и посты ГИБДД на пешеходных переходах для того, чтобы упорядочить движение пешеходов и увеличить пропускную способность, то есть среднетехническую скорость на данном участке, соответственно, как бы убрав заторовую ситуацию. Компания РЖД также была своевременно задействована техническая помощь. На аварийном участке составы перевозили тепловозы и в течение суток работали ремонтные бригады. Ситуацию удалось локализовать, информации было достаточно. Даже лично мэр города Анатолий Николаевич Пахомов участвовал в этой работе. Мы проехали по вокзалам и в Сочи, и в Дагомысе, и здесь в Адлере были. Мэрия позаботилась и о безопасности пассажиров. На станции постоянно работают сотрудники полиции и скорой помощи. Пока одни обеспечивают порядок, другие общаются с людьми и предлагают медицинскую помощь. В основном были кризы гипертонические, едущие в Волгоград, Пермь. Женщины, знающие, что у них гипертония, они принимают препараты, сидят на солнце и никакого собственно, режима не соблюдают. Больше пока среди вот и парочка детей, перегревов. Вот из детей у меня только 2 перегрева было. В течение дня пассажиров просили по возможности отказаться от поездок, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на транспорт. По данным РЖД, устранить ситуацию и возобновить движение поездов в соответствии с установленным графиком планируется до утра. Всем пассажирам компания приносит извинения за причиненные неудобства. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.